Вот тут денежка такая. Дарья, расскажите нам, а где мы сейчас находимся? Это город Барнаул, улица Анатолия. У нас много таких вот старинных, сохранилось деревянных зданий. Красиво. Здесь тут помойка загораживает нам. Да. Можно наблюдать вот то, что еще осталось. Это хорошо. Даже в хорошем состоянии. На работу, если нужно работать по этой улице. Слушай, ну тут прям вот эти вот фигурки. Прям интересненько. Да, какие-то петушки, да? Тут еще и мельница, смотри, какая внутри стоит, классно. Я обожаю такие всякие штуки. Как говорится, одним глазком. Вот такое вот здание. В совершенно упадническом состоянии. Но самое интересное, что вот там в начале висит табличка, что это здание охраняется государством. То есть мы лучше ничего не будем делать, пусть само отвалится. Если вы будете в Барнауле, запомните, улица Малотобольская, вот такая пешеходная улочка, здесь огромное количество разных-разных кафешечек, вот прям вот прямо же до туда вот. Такая вот интересная, веселенькая улица. Сейчас видно, над этим. Обратите внимание, вот этому дому 100 лет. Мы только что встретились с жителями, которые здесь живут. Но на самом деле это страшно. Я, если честно, думала, что это заброшенный дом. Просто посмотрите на условия. И люди здесь ходят каждый день. Ну, просто вот. Такие условия. И вот здесь тоже, здесь квартиры, все живое. Вот, пожалуйста, такой интересный дом. Сказали, что обещают отреставрировать, но, как говорится, обещанного 3 года ждут. Стена очень фактурная, конечно, интересно. На улице Горького, если вдруг будете в Барнауле, знаете, есть такой дом. Вот такая вот красивая штука. Это там сейчас лестница, и мы пойдем... Где-то тут мой палец, вот сюда. Такой вот лабиринтик мы тут увидели, в центре которого стоит планета.
прикольно. Он еще был не такой. Ой, боже.